Безопасность прежде всего, и особенно в торговых центрах. Об этом шла речь сегодня на заседании городской антитеррористической комиссии. Его провел заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. Практически каждый день в прошлом году в ТРЦ кубанской столицы выявлялись кражи, хулиганство, вымогательство. Всего более 900 случаев разных нарушений. В городской администрации к соблюдению порядка в крупных торговых точках относятся крайне серьезно. Все заинтересованы в обеспечении противопожарной безопасности. И те события, которые были в нашей стране в последнее время, ярко показывают о том, что нужно об этом всегда думать. Если люди не решают проблему, которую обязаны решить, безопасность граждан, гостей и жителей города Краснодара, я тоже буду настаивать, чтобы эти заведения закрывались. Большая часть случаев – это кражи телефонов, одежды и продуктов. Поскольку в таких местах часто и в больших компаниях гуляют подростки, здесь дежурят сотрудники отделов по делам несовершеннолетних. К слову, серьезных нарушений в краснодарских ТРЦ за год ни разу зафиксировано не было.